чемпионка Европы, победитель первенства Европы, называйте как хотите, Аделина Бикбулатова просто молодец. Первый вопрос, самый важный, ключевой, куда подевался триколор своих щек? Он смылся с потом и с моим трудом на дорожке. Это не было какой-то приметы, может быть, убрать, чтобы победить? Хорошо, тогда расскажи, ну, понятно, что, наверное, полуфинал был сложнее для тебя, чем финал, так ли это? Да, в полуфинале была моя главная соперница среди кадетов, поэтому он был и тяжелее физически, и морально. Год назад как раз ты ей проиграла за вход в двойку, здесь победила. Была ли мысль вот о том предыдущем поединке, о реванше, обо всем таком? Нет, я просто вышла на дорожку с целью нанести укол. У тебя по ходу сезона вот виден такой график, как ты разгоняешься, грубо говоря, то есть у тебя все лучше и лучше результаты, да? Чего ждать на чемпионате мира? Ну, я надеюсь, что того же, что и в прошлом году, первого места. Мы тоже на это надеемся. Спасибо большое тебе.